Елисей, что? Передай маме то, что папа зарегистрировал вас во всероссийский проект «Делаем вместе три поколения». И мы можем заработать 5 миллионов рублей, выиграть. Давай, бегом. Пусть мама начинает убирать. Передай маме. Давай, быстрее. Я не знаю, что они там говорят. В общем. Мама, а ты знала, что мы попадем в проект? В проект, где мы можем заработать 5000 миллионов. Это куда это вас папа сдать хочет? Папа говорит, чтобы ты начинала убираться. Ага. И что? Да он нас зарегистрировал. И он мне 5 миллионов даст? В этот проект. Нет, маловероятно. Нас зарегистрировал в проект. Вас зарегистрировал в проект. Слышу, причем я должна тут убираться. Общем... Я не могу понять. Не знаю. Папа спроси. Мы в это пошли. Верим. Побежали. Надеюсь, у нас все получится. Сейчас послушаем, что ты, ребят. Что мама сказала, а? Мама? Да. Сказала. Мама идет высказываться. Чего? По маске. Я понять не могу. Что ты из-под меня вечно хочешь, а? Убирать начинай. Мы сейчас готовить пойдем. Ты мне скажи. Все вместе. Ты мне скажи. Ты что, тяжело опять болезнь перенес, что ли? Или что это у тебя за мысли пришли? Бабушка, хватит смотреть этот телевизор. Так ничего там не идет. Давай с нами убирать. Мы без тебя не справимся. Ты же проф в этом деле. Ну, пойдемте. Я только буду руководить. У меня ногти накрашены. Я только буду руководить. Пошли. Быстренько показывайте свою скорость. Убираем. Ой, молодцы какие. Давайте. Все-все задействованы, кроме Танчика. Тань, слышишь? Ты что, не в теме? Давай быстро на кухню убираем и скоро будем готовить совместное блюдо. А мы получим? А вы можете приготовить блюдо совместно? Я вам буду диктовать рецепт, да? Все будем готовить. Надо, чтобы все готовили. Вот будем все готовить. Только вначале убрать быстро. Вот здесь вот. Видишь, вот тут вот на столе быстрый порядок. Так это ж не я засирала. А кто? Хочешь, я тебе сейчас покажу? Если ты пропускаешь много, мы так никогда не победим. Быстрее, давай. Сама попробуй килограммовую штуку потащить. Еще этот пылесос. Уборка подошла к концу, генеральная, между прочим. Сколько всего интересного найдено, давно которое потерянное было. И вместе намного веселее. Не очень. Папа, это же долгая была уборка. Ну? Мы проголодались.